Всем привет, друзья! Волкер на связи. За моей спиной BMW 2 серия Grand Coupe. Для нашего клиента Евгения отправится данный автомобиль на Москву. Купили мы его в Японии на аукционе фиксированной цены. Это BMW с правым рулем. Сейчас мы на нее с вами внимательно посмотрим. Это 20-й год выпуска, 44 тысячи километров пробег. И вот такой замечательный и прикольный фирменный цвет для двойки. На нашем канале, друзья, мы еще не показывали вам BMW 2 серия Grand Coupe. Не было еще у нас таких автомобилей, и вот он появился. Очень красивый компактный седан. Создана, собственно, эта версия Grand Coupe по образу и подобию старших моделей. У нас опущена крыша, двери без рамок и фантастические задние фонари. Все эти элементы вполне себе классно вписываются в общую архитектуру данного компактного седана. Эта версия у нас на моторе 1,5 литра, 3 цилиндра. Такой же мотор устанавливается в BMW X2, BMW X1. То есть вполне себе знакомый двигатель. 140 лошадиных сил у нас. Роботизированная коробка передач, передний привод. Разгон до сотни, от 0 до 100. Вот такого автомобиля с таким двигателем 8.7 секунд. Ну и максимальная скорость по паспорту 215 км в час. Ну просто посмотрите на эту песню. Фантастический дизайн. Выглядит просто безумно. Соответственно, по технике у нас автомобиль не отделен. Есть и парктроники, и светодиодная оптика, и все системы безопасности. И вот такая у нас решетка радиатора. Интересная уже новая стилистика BMW. Это, соответственно, друзья, у нас рестайлинг. И что я могу вам сказать? Я могу вам сказать, что внутри данный автомобиль почти не отличается от единички. То есть все в салоне такое же, как и у первой серии. Та же цифровая приборная панель. Все то же самое. Сейчас мы с вами посмотрим салон, конечно. Ну и машина для эгоистов. Я так ее назову. Потому что вчетвером вы вряд ли будете ездить на таком автомобиле. Теперь по техническим, опять же, параметрам. Длина автомобиля составляет 4.526 мм. Ширина 1800 мм, а высота 1420 мм. Колесная база такая же, как и у единички, как у первого поколения. И багажник у данного варианта на 430 литров. Зона под ручками у нас уже идет в пленке. Контроль слепых зон, как я сказал раньше. Нет рамок, пожалуйста. Безрамочные. Как на старых японцах. Ну и давайте по месту и вообще по интерьеру. Ну вот, интерьер такой же, как у единички, все то же самое. Кожаный салон у нас с памятью сидений. Как всегда, великолепная поддержка боковая для BMW. Кожаный руль M-серии. Дверная карта, пожалуйста. Накладки на пороге M. Шильдики. Английский язык штатно здесь установлен. Можно прошить данный автомобиль на русский. Подогрев сидений у нас работает. Климат-контроль двухзонный. Ну и по месту сзади, конечно. Давайте посмотрим. Но здесь вот вообще как садиться, что называется. Сиденье сейчас отрегулировано под меня. Водительская. Я сижу, никогда в развалку не сижу. Сижу вполне себе годно, сносно, чтобы за мной было комфортно. Но даже в таком формате здесь, конечно, это сделать тяжело. Здесь у нас что, друзья, есть? Воздуховоды, розетки USB-C, как всегда, подсветка, темный потолок. Красивые диски. Bridgestone резина у нас, друзья, летняя здесь идет. И ее размерность. Сейчас мы с вами посмотрим. Пожалуйста, 225, 40 на 18. Низкий профиль. Багажник, пожалуйста. Написано, что эту машину купили в Кобе у авторизированного дилера BMW. Здесь у нас лежат ковры. Не знаю, почему они лежат в багажнике.
Ну, здесь небольшая ниша у нас. Теперь поговорим, друзья, о стоимости на данный автомобиль. Этот вариант, конкретно вот этот, обошелся с учетом всех расходов в Владивостоке в 1 700 000 рублей. С учетом всех расходов, с учетом покупки на аукционе, доставки, растаможки. Вот он с ПТС уже стоит и будет отправляться в Москву.